И снова здравствуйте, детишки. С вами снова Карлик в свитере. Мы все еще проходим эту детскую игру Крок Легенды Гобосов. Просто потому что она мне нравится. Ну а еще, наверное, кому-то из вас она может понравиться. Ну, просто поверьте мне, она достаточно такая завлекательная. Ее можно рекомендовать любым возрастам. Вот тут практически нет насилия. Вот как вы только что могли видеть, враги, как при ударе хвостом, рассыпаются в рой звездочек. Так что это совсем даже не насильственно. Оп. Ну ладно, осталось только скушать этот аппетитный пазлик. Ну, там еще две жизньки, они мне не сдались совсем. Так что... Ей. Тем паче, что мы и так уже одну заработали. У нас два кусочка пазла. И мы сейчас на втором острове. Сохранимся. Пс, КТ. Просто у меня тут КТ рядом лежит. Так и хочется его погладить. Так, ну вот. Сохраним. Отлично. 22%. Но я же прошел целый остров. Ладно, продолжаем. Не будем отвлекаться. Ух ты, как тут рождественно все. Рождественски все. Тут так красиво, ё-моё. И музончик такой расслабляющий. Оп. Оп. Одно только плохо. Этот урод снова скоро возродится. И он может меня сбросить вниз. Я не понял, это от воды пар идет или что? Это ледяная лава. Ну ладно, шучу. Так, ладно, попробуем. Оп! Удалось. Ладно, посмотрим, что в этом ящике. О, это братюня. Братюня Гобос. Здесь дофига вот таких вот гобосов. Их нужно спасать. В среднем где-то 6 на каждом уровне. Оба. О, ключик от наручников. Шучу, это не от наручников, это от... Это от клетки. Ну и разумеется, мы еще одного братюню освободили, так что... В общем, есть чем гордиться. Боинг. Отлично. Мне интересно, из чего вообще это желе делают? Оп. Да. Это, конечно, не ахти как получилось. Не есть. Это, конечно, не есть хорошо. А что внутри? Бабочка! Да. Ладно. Не будем расстраиваться из-за какого-то там... проигрыша. Оп. Оп. Здорово, братни. Вот уже и сапфир подобрали. Осталось еще два камешка. Топаз и аметист. Так, что тут у нас? А, еще 5. Хорошо. Оп, куда? Как ни странно, это не картошка с хвостом, это мышь. Это самая обычная мышь.
трактором поразвязывают с грибочками. А, ну вот мы и топаз подобрали. Бежим дальше по этим извилистым пещерам. Тут такие странные стены. Вот когда я на них гляжу... Ой! Мне кажется, что это переплетенные стволы деревьев. Да, у меня хорошая фантазия, я это знаю. Спасибо за комплимент. Так. О, вот и драгоценная дверь. А у нас все четыре камушка. Остался только пятый. Нет, стоп, сначала вот так вот. Давай, давай. Yes! Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Держись, братюня, я иду к тебе. Не замерз? Вот и молодец. Ладно, сейчас теперь откроем эту дверку и заходим внутрь. Так. Оп, куда? Он снежками кидается. Даже на льду. Вот такой вот он. Такой вот он чертик. Из коробочки. Оп! Адьос. Ладно, прыгаем дальше. Оп. Ой. Чуть не свалился. Так, что у нас? Хоба. Да ладно. Ну вот еще один уровень пройден. Первый уровень второго острова. Be really careful. Это что, типа колеса такие? Или это типа шестеренки? Блин, я не знаю вообще. Так, чую неладное. Да не, нормально. Все в порядке. Вот поиграть в эту игру, вот хотя бы из-за одного саундтрека, вполне себе стоит. Тут красивые такие песни. Оп! Точнее, красивая такая музыка. Кыш, я сказал. Ну и сюжет, разумеется, такой простенький, незамысловатый. Оп! Ой! Сейчас подберу слово. Ой, смотрите, какой нехороший чертик. Я сказал, ты нехороший. О, привет. Я тебя сейчас освобожу. Ты только погоди, пожалуйста. О, вот видишь, уже твоего собрата освободил. Ты там посиди немножко. Я за ним вернусь, правда. Вообще, вот этот, вот эта игра, она рекомендуется как тренажер для прохождения платформеров, вроде Crash Bandicoot. Потому что она наиболее такая простая на PlayStation. О, видите? Видите, вот там вот такой пряник мятный, без глазури. Это секретная платформа. Да, вот такая вот. Ладно, а еще бы как... Ой, ой-ой-ой, страшно даже. Опа! Да, вот он мятный пряник. О! Все путем. А ну-ка вернусь. Так. Вот вообще такие вот пряники, они будут еще не раз нам встречаться. Это я гарантирую. Ой! Обжегся. Обжегся, обжегся. Ну давай скорее, платформа. Ну что ж, один плюс в этом есть. Нам больше не придется идти на ту вот... на вон ту платформу. Эй, куда? Тихо, блин. Да, это я... невнимательно сейчас. Хоп.
Блин. Уже серия кончилась, пока я тут... ладно. В общем так, дорогие мои зрители, детишечки и те, кто постарше. На этом я закончу свою серию. Как только выберусь с этого бонусного уровня, я начну следующую серию. А пока что я прощаюсь с вами.